Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Я маленький домоголовый, моя семья, я потерялся, я один в этом страшном мире, мне страшно, я маленький монстрик домоголовый, боже, как я боюсь, о, а это еще кто там, ё-моё. Кто идет ко мне? Не понял. Не трогай меня! Парни! Парни, сюда! Доложите Бобби суд, тут у нас монстр Тревора Хендерсона! Вперед! Может быть, мы его сможем поймать! Я буду драться! Сейчас я тебе дам! Сейчас я дам! Сюда! Парни, ловите его, я буду его ослаблять! На, получайте! Я убил их! Но мне все равно страшно! Где моя мама? Где домоголовые? Кто это? Что за люди? Я побежал отсюда! Далеко! Пойду спрячусь! Андрюха! Профессор, извините, пожалуйста, доделывайте свои дела и выходите, пожалуйста. Да все, я уже мигом сделал, ты дверь открыл, я сразу, блин, обосрался. Извините, Диман, извини, профессор. Извините, Диман, извини, профессор. Хорошо, извиняю. Может быть, пойдем подраскидаемся, да, но мы это, в тир не заходили. Двоечку, двоечку! Да нет, в тир, подраскидаемся. Хватит, хватит, да Диман! Ну ладно, пойдем в тир, да, давно не стреляли, погнали попробуем, а то, Андрюха, надо поддерживать боевые навыки, так сказать, боевое конечно. Искусство стрельбы. Надо стрелять метко, чтобы всех SCP и всех хаоситов вырубать с первого патрона. Погнали, Андрюха, в арсенал. Так, сейчас за пушечками, секундочку. Так, давай, надо взять, Андрюха. О, тут в арсенале нормальное количество лов. Так, Андрюха, я СМГ сегодня нынче тренирую, поехали. Хорошо, хорошо. Пошла мишень, туда его. Так, вот ну так. Это неинтересно, профессор, давайте за мной. Так, ну ладно, давай за тобой, Андрюха. Да тут я есть так. Челлендж поинтереснее, давайте вы первые, я буду после вас. Так, врубай, Андрюха. Готовы? Так, пошел, 3, 4, 5, 6, смотри, должен до 30 дойти. Блин, почти дошел. Так, там Андрюха, другая, 29. Давайте, другая мишень, 30. Профессор. Есть, отлично, отлично, отлично. 45, 47, хорошо. Почти что рекорд, давайте, давайте, опа, быстрее. Сейчас, Андрюха, 60 будет рекорд. Есть. Наверху, наверху, наверху. Вижу, профессор. Вижу, вижу, Андрюха. Так, еще готов, перезаряжаюсь. Так, ждите, 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 сейчас появится что-нибудь еще. Не-не, по-моему. А, вон он побежал, Андрюха. Давайте так. До сотки, надо до сотки. Есть. 99! 99! Фух, соточка, там фух! Еще последний. Так, ладно, не, все, Андрюха, я все. Фух, это что, было жестко. 101, Андрюха, да. Сейчас обновиться. Обе, здорово. Фу. Мужики, а мы тут здорово. Тренируемся, здорово. А я заметил, я вас ищу по всему этому самому корпусу. А что случилось? Что такие срочные новости? Мне это, гварды звонили, что они, походу, нашли какого-то там это, младенца, или щенка, или личинку. Или ребенка малого, короче, этого, домоголового. О, а нам как раз для эксперимента с Андрюхой нужен. Скажи им, чтобы они его привезли в SCP-фонд. Ага, только есть это, один нюанс. Чего? Они на связь не выходят. Может, их, походу, этот уже все убил? Так, а как нам поймать его, Бобис, тогда? Бобби, ну, у тебя как? Координаты есть? А, координаты, да, они мне успели, да, скинуть, я это забыл, уточнить еще. Ну, нам придется тогда поехать. Фух, отлично. Самим, ладно, ребятки, всем здорова, с вами Оверфони и Бобби, добро пожаловать в Гаррис Мод. Всем хаюшки, дорогие друзья. Здорово, чуваки. Ребят, отличные новости. Гварды Бобиса засекли ребенка, щенка, личинку, младенца, домоголового. Это супер, ребят, потому что нам нужен был маленький домоголовый для того, чтобы сделать опасную эволюцию. Мы хотим посмотреть на его жизненный цикл, на его стадии развития, на его этапы эволюции, этапы развития. Поэтому сейчас поедем по координатам Бобиса и попробуем поймать этого маленького проказника. Ну что, парни, все, быстрее по машинам и поехали. Да, пушки наши за собой, мы тут это, к тиру подготовились.
Да, Бобис все двери сломал, как обычно. А что я сразу? А ну, я, понятно, что все. Я? Да ничего, погнали. Ну давайте, вперед. Так, 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 парни, парни, подъезжаем, будьте начеку. Так, здесь уже что ли? Ну да. Тихо, Бобис, там вон кровище, посмотрите, это что такое, Андрюха? Ну-ка, сейчас посмотрим, что там у нас. Это какие-то коконы, летучих мышей, что ли? Ну-ка, погодите, дайте взять анализы. Тихо, парни, Бобис, ты что сделал? Там кто-то вылупился. С него кость вылетела, парни. Там что, импостер вылупился или что? Андрюха! Меня поднимает, помогите, спустите! Андрюха, тебя засасывала эта штука! Ну-ка, Бобис, а ты подойди! Жидкость. Подойди! Да-да, тебя будет засасывать вот так? Бобис? Ё-моё! Капец, блин, парни, фигарьте эту слизь! А ты подойди! А ну, сейчас, погодите, парни! А ну давай попробуй, только если тебе будут засасывать, тебе мужики! Типа напасти, то это будет твой косяк! Вы чё, офигели, блин, это какие-то щупальца! Это лианы! Блин! Давай, ладно, расфигарим их, короче, мужики. Сейчас. Давайте освобождаем путь, парни. Туда, а, кстати, чистим. Парни. Ну? А вы заметили, что я новую пушку купил? Покажи, Бобис, а ничего. А вот, чекайте, смотрите. О-о-о. На автомат Калашникова похоже. Ну да. Кайф, Боби, вот это четко. Так, ладно, что, дальше пешком поем или поедем? Не-не. А, ой, парни, а там какие-то монстры. А, нифига. Ой. Смотри, слушайте, он в машине он засел. Он кинул! Он кинул! Он кинул краба в нас! Он кинул прогибом краба! Это прогиб, это краб! Он погиб! Осторожнее, осторожнее, они опасны, наверное. Парни, их тут короче это. Ух, нифига себе! Их зажали машинами, короче, здесь. Правильно сделали. Чё тут происходит вообще? Так, Бобис, так, все проверяем, что тут есть этот монстр Тревора Хендерсона, да? Твои гварды точно не спутали нашего маленького домоголового с этими крабами, а? Ну слушайте, все возможно, но гварды вроде бы у меня не глупые. Так, ладно, будем надеяться, что все нормально. Так, Андрюха, взрывай коробки, смотрим, может где-то внутри он. Тут драгоценности есть всякие, боеприпасы. Собирайте, собирайте все драгоценное. Дверь заперта, мужики. Не пройти. Ну и ладно. Так, ладно, короче, давайте разведаем тогда всю обстановку. Ребята, вы понимаете, здесь просто какая-то дичь происходит. Идем дальше пешком, парни. Аккуратно. Опа-на, а вот и машина разведчика, судя по всему. Бобис, твои? Ага. Точно, Бобис, эту машину я сам отправлял в путь-дорогу. Ё-моё, давайте хотя бы трупы гвардов найдем. Давайте, если они, конечно, есть, и если их не съели. Вот они, парни. Вот они, Бобис. Бобис, вот твои чуваки. Да-да-да. Как звали их, Бобис? Сеня. Не, ты чё, это Никита, по-моему, был, это Паша, это Олег. А. Да? А Сеню и Федю куда отправлял? Да погоди, забрало, запотело, непонятно. Да, забрало, запотело, да, он ну, ничего блин, не видел. Чего вы меня сбиваете? Да, непонятно, короче, что произошло. Ладно, мужики, давайте по карманам пошаримся, может, что найдем у них. Точно, ну давай. Бабки. Так, парни, смотрите, может, будут какие-то бумажки, записки, зацепки, все, смотрите. Не-не-не, вообще пусто. Так, ну ладно, давайте тогда дальше пойдем, расследуем обстановку, ребят. Нам срочно нужен этот маленький монстр для нашей эволюции. Это еще кто? Мирные жители, может быть. Да походу. Работяги, это вот смотри, кирка. А, парни, я понял. Ну? Кто это? Здесь же это, горная местность, поняли? Всякие эти добычи, шахты там, карьеры. Это добытчица? Ну это походу работник отсюда. Ну сильная женщина получается. Смотрите, какой киркой это орудовала. Ого, да, нифига блин. Себе. Бобис такую даже и не поднимет. Вот подними, Бобис. Сейчас, парни, подождите-ка. Чё? Ой. Ну подними. Сейчас подниму. Ну давай, давай, ну что ты, не можешь. Ой, еле двигает ей. Ой. Ой, ой, фу. Парни, а что это такое? Чего? Чё, она пердела, Бобис. Ага. Так, парни, там это. Там опять эти, слышите? Висюльки. Так, я предлагаю СРПГ зачистить. Главное, чтобы не упал этот. Да, да, главное, чтобы не упал. Ага. Чё? Давай, жми гранату! А, это я! Всё взорвётся, так, чёрт, ладно, побежали, мужики, быстро! Быстро пробегаем их! Я гоню быстро! Фух, я пробежал! Фух. Парни! Ой, парни, что это? А вот этот, слышите, маленький домоголовый, реально! Попрыгунчик! Маленький! Так, Андрюха, я предлагаю его попробовать усыпить, капец, он быстрый! Ох, нифига, капец, он очень быстрый, он как будто этот бешон, разъярён! Смотрите, как он раскидывает все эти вагонетки! Точно, я теперь понял, почему он уничтожил всех гвардов, потому что он супер мощный! Так, вот, давай вот. Его! Андрюха, попробуем посадить в тележку эту! В тележку? Не сейчас. Получится, ладно, не получится! Сначала усыпить надо! Так, ты уже пробуешь, я тоже попробую! Да! Попал! Видали, что он тогда делает? Андрюха, еще попал! Нифига давай, себе! Попадаю!
все? Все, есть пробитие, успокоился, уцепил парня. Офигеть, ребят, какой он мощный, боже, увидел, как он меня притянул? Вот-вот. Капец, так, короче, все, бери его, Андрюха, и погнали в лабораторию, вколем ему смотреть. Мутаген, эволюционер, потом еще уменьшин, увеличин и полный комплект всех прививок, Андрюха. Чтобы так. Он у нас вырос, тут аккуратно только иди. Ага, прикрывайте, если что. Ага. Все, давайте, сейчас, ребят, у нас будет эволюция. Побежали, парни. Вперед. Так, ну неси его, Андрюха. Несу. Вон, видишь, я уже гвардам позвонил, там уже подготовили помещение. Абсолютно чистое, стерильное. Можно будет вкалывать все наши уже витамины, все мутагены, патогены, все вирусы и так далее. Чтобы эволюция была максимально жесткой и интересной. Так, все правильно, сюда же? Да, да, сюда. Вот где гварда, тут обеспечена полная безопасность. Ну что, Бобис, ты на всякий случай нас прикрывай. Мы с Андрюхой начинаем делать эксперимент. Погнали. Берем, короче, Андрюха, наши ампулы и заряжаем его абсолютно всеми нашими мутагенами. Давайте, профессор, со всех сторон, все правильно. Я ему прям влычу вот туда, чтобы усваивалось хорошо, ребят. И в ноги тоже надо. Во все надо, ребят, чтобы эволюция и мутация произошла жесткая. Посмотрим на его жизненные циклы, на его этап развития и так далее. Все, Андрюха, я думаю, хватит. Да-да-да, главное не переборщить в нашем деле, все правильно? Да, Бобби, а это что ты достал? Где? Что, в руках? Вы же сказали прикрывать, я решил прикрывать, потому что он быстрый мал и еще убежит. Ладно, погнали лучше по лимонадику, парни, забабахаем, и надо подождать, где-то не, будет парни, часика-два. Какой лимонадик? Давайте лучше по этому, по обычной воде уже. По воде? Ну да, так чисто по минералке. По воде, давайте, ребят, по воде, поехали, ты иди, поплыли. Ты иди воду, Бобби, спей, я пойду лимонадика. А я давайте, кофе давай. Сделаю себе. Ну все, давайте, мужички, у нас есть, я говорю, где-то часа два. Окей. Время вышло, парни. Бобис, как вода? Ой, да парни с кайфом, а как лимонадик попили с кофе? Да все шикарно. Так, чё, Андрюх, как кофеёк-то был? Нормально, жизненные силы пополнились сразу. Отлично, теперь, ребята, момент истины. Мы посмотрим на первую эволюцию. Ой, фу ты, ёма. Что за какашка? А что это? А чё воняет, парни? Не, воняет это от Бобиса, это не тут. Ну ладно. Это что у нас получилось? В общем, смотрите, ребята, вот такая вот первая стадия, вот такой вот первый жизненный цикл, такой вот первый этап эволюции у нас получился. Странный, вот такой домоголовый. Андрюха, а ты заметил, что у него крыша поехала? Да, только что сейчас собираю анализ, у него реально поехала крыша, и он очень сильно хочет кушать. Так, смотрите, крыша у него теперь снизу, ребят, то есть он как будто перевернулся, непонятно как, ребят, вытянулся. Дом вверх дном получился у нас самый настоящий. Чё ты, Андрюха, кстати, говоришь, он хочет кушать? Он очень сильно хочет кушать, он реально вот именно поэтому, походу, поехал крышей. Офигеть, ребят, ну это просто лайкусик за такую первую эволюцию, первый этап, это, конечно, классно. Так, ну что там, Бобби, для того, чтобы ускорить процесс эволюции, чтобы быстрее менялись жизненные циклы, менялись этапы, нам нужно его накормить, у тебя есть какой-нибудь городок с людьми поблизости? Конечно, парни, обижаете, все у меня есть. Как всегда, Бобби, все наготове? Да. Так, в общем, ребят, тогда мы поедем, попробуем чипироваться, будем управлять этим монстром и попробуем ускорить его эволюцию. Ну чё, парни, тогда, Андрюха, выходи, погнали. Ну сейчас я его разверну только, хорошо, парни? Да, давай мы смотрим, Андрюха. О, выноси. Да, то есть может это взять его, он давай, как древесина, ё-моё. Я взял. Вперед ногами выноси его. Давай, Бобис, давай помогу. Давайте, о, парни. Все, с кайфом, мужики, бревно. Потащили. А что я несу? Это какой-то говняный гроб. Во-во-во. Ладно, все, несем, парни, будем чипироваться. Приехали мы в один из бандитских городов. В общем, город захватили бандиты. Вон прямо, ребят, стоят опасные просто мужики. Ну и сейчас доктор Андрей будет чипироваться. Он будет контролировать нашего монстра, первую стадию эволюции. Андрюха, ну что, готов чипироваться? Да, сочту за честь, товарищи. Ну что же, если что, вы меня прикрываете, правильно? Конечно. Ведь, да? Конечно, Андрюха, прикрываем, мы если что с Бобисом на джетпаках даже. Ну что, Андрюха, чипируйся! Мужики, я въезжаю в этого давай. Монстра! Опа! Так, Андрюха, это ты?
Так, это я, парни, я его контролирую, чипирование произошло успешно. Так, стрелять-то не надо. Все нормально? Так, ладно, ну чё, погнали тогда атаковать. 3, 2... Ой, а куда он? А, Андрюха, ты чё, нормально всё? Да-да-да-да, я просто проверяю системы. Отлично, системы работают в норме? Да, всё в норме. Так, ну что, 3, 2, 1... Погнали! Поехали! Давайте! Вперед, мужики! Андрюха, кушай! Кушай, Андрюха, кушай, какашечка! Давай, давай, наслаждайся! Я просто поехавший дом! Ты поехавший дом! С крыши! Давай! Парни, тут бандиты, походу, ларек захватили! Офигеть, ребята, кстати, это самый настоящий русский город! Это Норильск, вроде как! Так, Андрюха, тебе как, помочь? Мне помочь выбраться, я застрял. Выбрался? Хорошо. Да, нет. Как это, Андрюха? Помогите еще повыше. Выбрался? Еще повыше. Ну, все, мужики, прикрывайте, я начал ходить. Ходит, давай, Андрюха, нормально. Помогайте, мужики, если что. Слушай, а мне кажется, он даже немножко вырос, блин, Андрюха. Так я ж говорю, я начал кушать, начал расти, походу, в прямом эфире, парни, если что, буду кричать. Так, хорошо, Андрюха, давай, если что, кричи, как насытишься, как только будет подходить следующая эволюция. Что такое, Андрюха? Начинай кричать, Андрюха, но не я так. Я уже начал кричать. Нет, не так, так, беги дальше, там еще были, Андрюха, там много бандитов. Так, я иду искать, перевернутый крышей домоголовый хочет кушать. Он какая-то гусеница. Да, реально, сороконожка, только это Андрея ножка. Давай, да. Андрюха, давай, хавай домоголовый, всех кушай. Вон танков. Андрюха, вон еще есть, еще вот здесь. Вот где, здесь, где? В переулке, вот здесь, Андрюха. Так, мы берем с крыш, пацанов. Крыш. Давайте с крыш снимайте, это какие-то бандосы реально захватили город, подлецы. Как же угарно, короче, это кокошенция у нас домоголовая. Слышь, может быть, ты кокошенция, а? Нет, ну я про монстра, Андрюха, про того, кого ты сейчас управляешь кем. В того, в кого ты вчипировался. Так, Андрюха, там у Бобиса еще. Ты как, парни, вообще? Ну, как? Я уже начинаю плохо контролировать ситуацию. Давай вот этих доешь тут парочку. Дай, Андрюха. Мы тебя ловим. Я уже не контролирую ситуацию. Схавай его, последнего. Схаваю, да это уже не я схаваю, парни. Схавай быстрее. Держи. Он сейчас вас сам сожрет, парни. Держу. Быстрее. Андрюха, подержу. Расчипировался. Я расчипируюсь. У нас, походу, пошла эволюция. Я расчипировался, парни. Ё-моё. Бобис! Парни, вы Андрюха, живы? Ты видишь, Бобис, держи его! Держу! Это видел, Андрюха, что вообще такое? Вот это жесть! Настоящий домик Бабы-Яги получается! Офигеть, ребята, вы посмотрите! Это настоящий домоголовый, опасный демон! Он аж покраснел! Это знаешь от чего, Андрюха? От злости, наверное. Это реально от злости, он очень злой! Так, ребят, сейчас я попробую чипироваться, парни! Сейчас буду, сейчас! Так, мужики, чипируюсь! Все, отпускайте! Все трясет, все нормально? Отпускайте, да! Это я! Ого! Я чипировался, парни! Это я! Я его контролирую, Андрюха! Ну-ка! Он под моим контролем, братан! Отлично, за нами тогда профессор! Так, давайте, мужики! Клетку похож! Давайте, я пошел хавать! Да это какой-то паучок красненький, нет? Там была баррикада! Да? Так, проходим, парни! Слышишь, Андрюха? Они сломали все! Хаваю, парни, они уже здесь. Давайте, профессор, наедайтесь. Со всех орудий, давай. Мы с крыш снимаем. Туда их. Давайте, бон аппетит. Спасибо, что-то, парни, как-то тяжко мне. Ну давайте, сейчас справитесь. Давайте, мужики, давайте, хаваю. Давайте, кушайте, профессор, наедайтесь. Вот это пошла, ребят, жара. Посмотрите, сколько этих бандитов, я пошел хавать. Так, слушай, Бобис, чипировайся ты, короче, я теряю контроль, Бобби. Так, в смысле? Серьезно? Я теряю контроль, Бобби! Чипируйся, Бобби! Профессор! Быстрее, Бобби! Я держу! Давай, Бобби, чипировался! Что? Чипировался! Давай, пошел, короче, ребята! Все, пошел кушать, давай быстрее! Я не мог быть подвластен ему! Так, наоборот, он вам не подвластен оказался! Да, он мне не подвластен, он не по моим силам, ребята, я слишком слабый для него! А я говорил, нужно было в столовой вам поесть, профессор, каши надо было есть! Давай, Бобби, схавай, да посмотрите. Да хаваю, что-то он это... Так ты ближе, ну, подходи, давай. Прям, короче, ослабевает, под ноги. Походу. Знаешь как, не-не, прям на... еще ближе, еще, прям под собой. Нифига тут технологии, да, блин. Давай, Бобби, я тут испепелил парочку. Так вы уже всех...
Нет, сюда иди. Вот здесь Бобис. Подождите, парень, дайте я тоже покушаю. Давай, хавай, Бобби. Такая улитка, ё-моё. Это просто, ребят, угар ходячий. Это правда. Знаешь что, Бобби, кстати, где гражданские? Они есть в городе? Ты не... Информация какая-то поступала? Я знаю, гражданские дальше в городе, верно, Бобби? Да. Нам нужно не допустить проникновения бандитов, все четко. Это точно, парни. Давай, хавай, Бобби, с троих вот, подходи прям. Сейчас, блин. Ближе, вот он. Минус один. Молодец какой, молодец, улитка какая, ути-пути. Так, Андрюха, помогаем, Бобби, как там датчики насыщения? Парни, ну я могу еще поесть, если что. Так, хавай, мы в труднодоступных местах поможем. Ага. Давай, ешь, Бобис, ешь. Тут еще вроде есть переулки другие. Хавай, Бобис. Этих я возьму, оставь этих. Нифига. За мной, если что, потом. Вон, к Бобис, ой, к Андрюхе иди давай, там тут хавай. Тут целый квартал захвачен, парни, нужна поддержка. Бегу. Пошел. Хавай. Да. Хорош. Нифига. Давайте, парни. Профессор, помогайте. Так, я Бобису помогаю здесь, я помогаю. Отходит Бобис. А мне... Так, Андрюха, а ты-то чё? Оставьте. Оставил. Они меня атакуют. Ещё хавай. Иди сюда. Какой бэкует. Давай, Бобби, сюда иди. Сюда. Слушайте, сюда. Парни, я уже потихоньку чуть надоедаю. Наедаешься? А мы тут были или не были в этом квартале? Не были, вот я говорю, захвачен целый квартал. Давай, Бобби, этот маленький переулок я зачищу. Иди в большой, туда, в квартал, там, ну, во двор, иди хавай там много прям. Давай, Бобби, разворачивайся, я с этим справлюсь. Хорошо. А ты съел его. Съели там всех? Бобби, сюда, за мной. Где вы, парни? Да вот тут, я вот тут. Я вот здесь, обратно, то ты не пройдешь, наверное. Ага, вижу, бегу. Давай, Бобби, вот сюда иди, смотри, там куча их. И как раз таки ты получишь полное насыщение. Давай, Бобби. Соуса не хватает. Соуса? Так у них красный вместо соуса, это кепчук. Да. Ты и так, Бобби, красный, как соус, блин. Ну это точно. Вот. Давай, Бобби, как там насыщение? Что-то я уже, смотрите, как-то тяжко бегаю. Так, тяжко? Андрюха, давай поможем, Бобби, доедай последних, я думаю, сейчас пойдет уже. Доедаю. Хорошо, парни. Если что, Андрюха, готовь держать его. Угу. Ой, все, парни. Так, держи, Андрюха, я набью. Андрюха, держи его, он аж проваливается! Капец, он из контроля выходит, Бобби! Держи, вытаскивай! Держу! Пошла эволюция! Ё-моё! Ё-моё, парни, слышите? Бьёт! Да, мы не только слышим, мы видим! Вот сейчас чипируюсь! Чипировался, парни! Всё, хорошо! Фух, а вот этот мой размерчик, парни! Так я только больших могу чипироваться! Убейте миньонов, которых он сделал! Сейчас! Так, мужики, ну знаете чё? Что? Какие-то проблемы, он меня не совсем такое? Слушается, он иногда сам ходит. А где бандиты, парни? Поедите хотя бы. Так, вот бандиты, вижу, парни бандосов, кусочек. В смысле? Вот здесь там вот. Были еще бандиты? Да, вот здесь кусочек остался бандитов, парни. Тут маленькие бегают. Так, давайте, хаваю бандитов, мужики. О, приятного аппетита, слушайте, а можно дальше ему вырастить? Я подумайте? Не знаю, думаю, есть еще одна эволюция. Парни, он побежал на гражданских сам, я не могу контролировать. В смысле? Мужики, в смысле, профессор? Он сам их бьет, гражданских. Что вы делаете, прекратите это бьет гражданских. Андрюха, я вынужден расчипироваться, ты минируй, слышишь? Андрюха, я расчипировался, братан, я он не хавает. Я не могу удержать, помогите! Тогда минируй, Андрюха, минируй! Нет выбора, парни, придется реально минировать. Давай, Господи, взрывай. Там люди, ребята, гибнут, обычные, мирные, он еще маленьких сделал, детей сразу! Он их плодит, капец, прям так, из которого мы его я сделали! Я взорвал! Ой, блин, капец! Нет, ё-моё! Себе! Мужики, вот это я взорвал, Андрюха, надо еще, мне кажется! Ну сейчас, я добавлю газку! Вот он ходит, ребята, огромный просто, домоголовый! Гигантский чудик! О! Минус на риск! Он на крышах, Андрюха, ты взорвал на риск! Бобис! Блин, я не взрывал его. Звони это Владимиру, неправда. Бобис, тому самому, извиняйся! Сейчас позвоню. За Норильск извиняюсь, Андрюха, еще взрывай! За Норильск извиняюсь. Офигеть, ребят, посмотрите, он меня притянул! Профессор! Офигеть, чуть не убил! Так, ладно, Андрюха, давай еще атомку и погнали отсюда! Все, уверены? Улетаем. Ну все, сваливаем. Все, улетаем, мужики. Вот это я атомку взрываю, парни. Взрывай. Ну сейчас она взорвется. Все. Парни, спасибо, что выручили меня. Уходим отсюда, парни. Компьютер у меня тоже улетел. Ждем. Удачи, братан. Да. Итак, ребятки, вот такая вот у нас замечательная эволюция получилась. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. С вами сегодня были Овер, Фони и Бобби. Всем удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Адьё, чуваки!